Это выпускники военно-антоновского детского дома 1999 года. Они встретились с нынешними выпускниками, чтобы поделиться своим опытом и рассказать им о трудностях, которые ожидают их за воротами интерната в самостоятельной жизни. Об этом они поведали и нам. Не, после детского дома у меня такого не было. Я был закрытый человек. Ну, теплоты я не видел. Была теплота, но я людей не подпускал. Я был закрытый и старался не подпускать людей. Почему-то у меня такое отношение было к людям. Близко я не подпускал. Это от недоверия к жизни? Это не от недоверия к людям. Потому что нам здесь воспитательница один раз сказала, если тебе хочет человек сделать что-то хорошее, знай, что он от тебя что-то хочет. И вот это как-то врезалось в мою память. И после этих слов я своего рода закрылся в себе. Ну, конечно, когда мы привыкли, да, вот как сегодня говорили же, то, что детям, вот, которые сейчас здесь хорошо, обувь есть, носки есть, да, и как бы об этом не думаешь. Конечно, мы когда шагнули вперед, это был ад. Это было очень тяжело, что с нами творилось, мы и не ели, и вот у нас как у алмаза почти. Мы также где-то на улице находились и ночевали. Тяжело вспоминать, не хочу. Все. У некоторых, даже, может, после меня вышли дети, кто-то сидит, кто-то еще где-то, кто-то умер. Разные. Такая жизнь. Да, есть случай. Наташа Матышева, да, ее убили из-за того, что она работала на заправке, да, и там воровство произошло, да, или недавно тоже одна девушка... Ее убили, потому что она попала в плохую компанию, да, в очередной раз. Или вот после меня, которые в тюрьме сидят, но они до сих пор сидят, допустим. Они избрали этот путь. Я всячески, это, не знаю, слава Богу, старался, чтобы не попасть туда, в тюрьму.
За этим покрывалом лежит брошенный матерью новорожденный. Ему еще предстоит пройти путь от одного приюта к другому, прежде чем он достигнет 16-летнего возраста и вступит в самостоятельную жизнь. Много к вам поступает детей, отказники, от которых отказались родители? Было очень много. Это, например, в 2008-2009 году 117, 115 было. Каждым годом меньше и меньше. Вот отказных, брошенных меньше стало, но изъятых очень много стало. Изъятых, объясните, пожалуйста. Изъятие – это асоциальная семья. Ребенок, жизнь ребенка в опасности. Они изымают, то есть родители без определенных места жительства бывают, а родители употребляют алкогольные напитки, родители больные, не могут смотреть за этим ребенком. И вот таких детей изымает и к нам переводит. Мы до определенного времени держим здесь, да, наблюдаем за ребенком. Когда условия родители позволяют, тогда они забирают. До 4 лет они у нас находятся. Есть родители, которые до 4 лет тоже свои условия, жилищные условия не справляют, да, их мы переводим в Беловодский детский дом. Там ребенок находится до 7 лет, а дальше уже или родители забирают, или их переводят в школу-интернат. Каждый день, когда вот дети тяжело заболеют, температурит, если была бы мама, она по часам кормила, по минутам она дала бы ласку, поила бы ребенка, а у нас такого же нету. Один воспитатель на 12 детей. Если ребенок болеет, она поит, оставляет ребенка, идет другого смотреть. А вот тогда, конечно, придется плакать. Конечно, придется. Если была бы мама, она ухаживала бы за этим больным ребенком. Мамы нет, ребенок болеет. Алтышка молодец. Нет, не мама. 10 за меня, 10.
посмотрели в глазах детей, все равно они не так смеются, не так улыбаются. Они немножко как бы задерганные, как бы ждут чего-то, кого-то. Если, например, вот такой случай, когда, например, ребенка хотим отдать на усыновление, под опеку, приходят родственники, то есть родители, которые будущие родители, и в глазах у этого ребенка загорается, я не знаю, ну, ребенок начинает светиться со всех сторон, он радостный. А вокруг дети говорят: Саша, Сережа или Аман, твои родители пришли, родители пришли. Вот тогда ребенок, если в течение 3 лет или 2 лет мы развивались, занимались этим ребенком, но не добились того, что ребенок дает скачок развития именно за 1 месяц. Они начинают, в общем, очень хорошо, быстро развиваться. Живя в доме ребенка, он обеспечен всем. Он обеспечен едой, он обеспечен теплом, в смысле там прогулками и так далее. Но он не получает семейные навыки, как вот дома. Допустим, ребенок убирается, там смотрит, как мама это делает, смотрит, как мама готовит, смотрит, как мама ухаживает, или там как относятся с папой, там разговаривают, в общем, все. Это же все он приобретает. А здесь, короче, ему подали, его посадили за стол, ему дали еду, он покушал, за ним убрали. Он ничего сам не делает. И он привыкает как бы к такой вот беспечной жизни, понимаете? То есть он думает, что так и будет продолжаться все время, что кто-то ему должен дать, кто-то должен его обеспечить. Начиная от мелкой моторики рук, начиная, в общем, развитием речи, воспитанием социальных способностей, адаптационных способностей, эмоциональных способностей детей. Все это стараемся развивать у детей. Для этого у нас есть кадры. Но что бы мы ни делали, как бы хорошо ни было, как бы уютно ни было, как бы дети были сыты, обуты, одеты, но все равно заменить мать родную мы никак не можем. Вы обратили внимание, что они у нас, никто не плачет, никто не сидит там вот так, не рыдает. Они вам радуются, они улыбаются. Вот это самое основное. Но я поэтому и говорю, что на этом сказка заканчивается. А что дальше будет? Поэтому не могу сказать ничего. Бывает, что вот дети после убийства приходят, когда отец убивает. Конечно, к этому невозможно оставаться равнодушными. Таких случаев очень много. Просто так дети в наш детский дом не попадают. Все дети здесь с искалеченными судьбами уже. Грустно. К вам поступают сюда в основном травмированные дети? Безусловно, да.
однозначно. Счастливых детей нету, которые бы сказали, что я был так счастлив, что попал в детский дом, наверное, нет. Но мы-то знаем и обычную сторону нормальной семейной жизни, и видим печальный опыт того, что происходит с детьми и в учреждении, и в семье, например, неблагополучно. Но это мы взрослые эту оценку делаем. Ребенок, наверное, такого оценить, наверное, не может. Ну, сейчас тепло, хорошо. Но все однозначно хотят, конечно, в семью. Неважно, в какую. Они даже, может быть, и не знают значения этого слова. Но все хотят. Сначала посмотрим на наши цифры и посчитаем то, что мы перед... видим, какие цифры. Считаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой, что можно заменить, кроме матери? Конечно, наверное, ничего. И мы уже говорили с вами про усыновление, поднятие статуса семьи как основного, наверное. Но, может быть, в дальнейшем и сейчас хотят же развивать много различных форм устройства детей. Это фостер, это маленькие детские дома, это совсем частные детские дома. Может быть, это как-то все-таки, не до конца, на какие-то проценты, пускай на 50, на 40% заменит семью, чем больше, чем большое, например, интернатное учреждение. Ну и, наверное, роль все равно семьи. Наверное, так. Другого я, например, пока не вижу, чтобы что могло бы заменить лучшей семьи. Наверное, ничего. Балдар, караглы, чазы, пески, кичинеке, Ильяс, мана сай теперь. Давайте мы послушаем, кичине угуп трас. Мана, Ильяс, мана сай теперь. Мы всегда говорим, когда дети от нас уходят, на этом сказка заканчивается. Сказка. Наш дом – это сказка. Наверное, это тяжело, зная, куда едет ребенок из вашей сказки. Тяжело его провожать. Конечно, конечно, конечно. И всегда стоишь и думаешь, а ты выдержишь вот те дальнейшие шаги, что тебе предоставятся эти пороги. Так думаешь, иногда вот думаешь, нет, он такой хрупкий, он сломается. Или что-то вот насчет девочки подумаешь, господи, хоть бы все было нормально, хоть бы. И ребенок остался счастливым вот с этим блеском в глазах.
Моя мать в свое время мне это не могла там сказать, как, что у меня родителей нет. Я выросла без родителей. У меня в раннем возрасте родители умерли, и я осталась без папы и мамы. И потом мы сюда попали. Женя, а в каком году вы сюда поступили? Я в 89-м поступил. А сколько лет было? 7 лет было. 7 лет. Причина, по которой вы сюда попали? Я с Беловодского детского дома попал. С дома малютки. Вообще, отца, мать не помню я. Не лишены у меня были родительских прав. Ну, как потом я узнал, ну, как мне рассказывали. Мать пила, отец соседа топором зарубил, в тюрьму посадили. И нас по детским домам. Ну, я туда попал. Сестра в этом, в Чуйском интернате была. А брат в Джалабадском. Вот, а я вот сюда попал. Военно-Антоновский детский дом. Ты не случайно привел подряд три заведения. Это значит интернат, лицей и армию. Есть сходство в режиме? Есть сходство. Есть. Вот в режиме дня везде порядок, всегда дисциплина, вот в дисциплине сходство. Вы же знаете, в общественных местах, в таких организациях, если дисциплины не будет, то там бардак будет. И все за счет дисциплины и держится. И вот это понятие, слово есть, рациональное питание, еще хотел обратить внимание. Рациональное питание это когда там, ну вы понимаете, это утром, в обед, вечером, ужин. И вот рациональное питание под этим ты никогда не будешь. Ну, всегда есть чувство, ну, грубо говоря, голода, да? В домашних условиях, на столе хоть хлеб там с маслом, то ты как бы сытый, да? Туда прошел, там, намазал, съел или, скажем так. А там, когда рациональное питание, всегда как-то, всегда хочется есть. Что бы вы изменили в этой системе, если бы у вас была такая возможность? Ну, вот такое, как наше, конечно, это плохо то, что это не семья. Это все равно, несмотря на то, что здесь приближено как бы к семье, но это не семья. Все-таки я бы изменила, это был бы, как бы это может быть, семейный центр, чтобы были маленькие семьи. Вот как-то не хватает быта, может быть, привязанности не хватает. Потом вот этой вот социальной адаптации именно семейной. Они не умеют, самое плохое вот отсюда, что получается, это то, что они не умеют быть папами и мамами. У них нет опыта других, у них нет образца для подражания. Вот это. Всему можно научить, да? Но организовать свою семью, это надо в семье делать. Вот здесь именно этого не хватает. Они выходят в такой период, когда как раз наоборот нужно, чтобы кто-то под локоть держал. 15-16 лет и уйти на улицу. Мы о своем родном ребенке представить это не можем. Они, знаете, не успевают подготовиться к выпуску. Вот он ребенок, он переходит в 9 класс, и они с бледным лицом полгода ходят, боясь выпускаться. Но умственно они не готовы к этому. Они еще дети.
таких 15-16 лет, это, ну, это неправильно выпускать их в никуда. Ну, один раз у меня ребенок сильно заболел, вот младшая дочка, она у меня заболела сильно. Мы ее возили по больницам, и врачи ничего не могли понять, какой диагноз. Я стала молиться, как бы Богу обращаться, и сдвига никакого не было. Я на тот момент подумала, что Бога нет, он меня не слышит. Вот так было. А потом уже я заметила, что я неправильно рассудила, то, что Бог есть. У меня стал ребенок поправляться. Любовь, она есть однозначно. Без нее бы этот мир не существовал, я думаю. То же самое сострадание относится к любви. Что ожидает 16-летних выпускников интерната за порогом детдома? В какой образ, какую человеческую форму отольются их судьбы в самостоятельной жизни? Застрянут ли они в темнице своего горького опыта существования, мучительно вращаясь в лимбе системы? Или вырвутся в свободный полет бабочкой, радостно пьющий цветочный нектар и порхающий в солнечном эфире.